свято Боже, забы причистим Пилате, и страдавши, и погребенный, и воскресший во третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и пати грядущего со славою, судите живым и мертвым, и Боже, царствию не будет конца. И Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славим оглаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. О славе, остави, прости, Боже, прегрешение наше, воле невольное же, слове и деле же, видение в неведении, я же в ночь, во дни и в ночи же, в уме и помышлении, вся нам простека благ и человека любит. На небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко будет Царство Сего и слава Царя Сына и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков. Господи помилуй. Всесвятая Троица, единосущная держава, нераздельное царство всех благих вина, благоволи же я мне грешним, утверди в разуме сердце мое, и всю мою ты мне скверну, просвети мою мысль, да вину славлю, пою, поклоняюсь и глаголю. Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Благослови Господа на всякое время, вынув хвала Его во устьях моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кровцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорби моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Все нищего зла и Господь услыша и, и от всех скорби Его спаси. Ополчится ангел Господень, отрез боящийся Его, избавит их, кусите и видите, яко благ Господь. Блажен муж и же уповает нань. Бойтесь, Господа, все святи Его,
яко есть лишение боящихся Его, богатев нищаший из алкаша. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. То есть человек, хотя и живут, любит не видите благи. Удержи язык твой от зла, и усни твои же не глаголоти всти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направленные, и уши Его в молитвы, лица же Господне на творящее злое, еже потребите от земли памяти. Вас ваше праведнее Господь услышай, и от всех скорбей избави. Близ Господь с обрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь. Храни Господь вся кости, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих. И не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодати и человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Во Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвы, причастие Своей Матери, святых славных и всефальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, святаго преподобного Георгия, Хазевита и Гвежи, и памятны не совершаем, святых праведных Бога Отец, Акима, и всех святых, помилует и спасет нас. Яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Учение из беседы святителя Иоанна Златоустого. О своих учениках, тому Христос крещению, всему приеде Христом радость всему миру, всегда благословящий Господа, коим воскресение Его, распятие Бог претерпел, смертью смерть разрушил. Поклонением родителю благословения Христова ты тебе, возлюбленного тебя сына именуя, и дух в виде голубине, из Христа слави все утверждение, явлися Христе Боже. И мир просвещен, слава Тебе. Христос воскресе! Воистину воскресе! Какие гости-то у нас?
дорогие. Да, вообще, заходите. Так, взрослые, заходите. Совсем маленькие не понимают, и то им это полезно будет. Заходите, сегодня день общины, вы тоже в общине? Заходи, выступать будешь. День общины, это главное. Мне даже еще выгоднее. Видите, сюда. Давай ближе. Еще ближе, брат, от окна. Будешь у нас холодцом, будешь у нас сложным холодцом, да? Царю небесный, утешителю души истины, ты же везде весы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очисти мы от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господи Иисусе, Святый Божий, благослови нас.